Безопасность пешеходов на дорогах требует повышенного внимания ГИБДД и широкой общественности. С началом учебного года в полиции дан старт социальной кампании «Засветись». Она нацелена на пропаганду использования пешеходами светоотражающих элементов или фликеров. Этой теме была посвящена пресс-конференция в отделе ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Щелковская». За 8 месяцев 2020 года на территории обслуживания отдела ГИБДД МВД России «Щелковская» с учетом текущей аварийности произошло 27 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Это, конечно, ниже прошлого года на 44%. Денис Кравченко отметил, что с участием несовершеннолетних зарегистрировано 7 происшествий, в которых 8 детей травмировано. По сравнению с прошлым годом, количество ДТП увеличилось на 17%. Число раненых детей стало больше на 14%. С начала года произошло 16 наездов, в которых были травмированы 16 пешеходов, один человек погиб. 70% ДТП происходит в темное время суток. Усугубляет ситуацию большое количество несосвещенных участков уличной дорожной сети, также ношение людьми одежды в основном темных тонов и, конечно же, неисполнение пешеходами правил движения, а также не ношение ими световозвращающих элементов. На пресс-конференции были показаны ознакомительные материалы, которые будут распространены в социальных сетях и применены на уроках безопасности дорожного движения в школах. На протяжении всей социальной кампании «Засветись» инспекторы ДПС будут раздавать памятки, листовки и светоотражающие элементы участникам дорожного движения. На пресс-конференции отмечалось, что их применение снижает риск попадания под колеса автомашин на 70%. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.